Девочки, всем приветик! Помните вот такой красивый дизайник с пробочкой? И сегодня мы будем его полностью перевоплощать. И начинаем с того, что снимаем длину. Это было очень горько и болезненно для моей клиентки, потому что она ко мне приходит уже 8-й год подряд. И расставаться с этой формой и длиной ей очень не хотелось. Но жизненные обстоятельства заставили меня взять твердосплавную фрезу и примерно на 20-22 тысячах оборотов снимаем длину. И, конечно же, не забывая о широком торце и сделать наш свободный край шириной примерно 1,5-2 мм. Естественно, после снятия убираем лишнюю в пыль. И поскольку ноготочки я уже предварительно зачистила пилочкой, теперь пришло время обработки ногтевой пластины кислотным праймером. А обрабатываю именно кислотным праймером, потому что буду работать акриловой системой. И предварительно смочив кисть мономер, набрала шарик акрила, перенесла его на ногтевую пластину и очень плавно, без особого нажима, спускаю акрил к торцу ногтевой пластины. Поскольку длина у меня получилась минимальная, одного шарика мне будет вполне достаточно для выполнения полноценной коррекции. После полного застывания акрилового материала я могу смело переходить к обработке ногтевой пластины пилочкой. После того, как мы закончили работу с пилочкой, можно смело приступать к выполнению маникюра. И для этого мне понадобится алмазная фреза пламя с красной насечкой. И работать я буду примерно на 20-22 тысячах оборотов. Остатки кутикулы я сниму
керамической насадкой шариком, также примерно на 20 тысячах оборотов. После тщательной уборки пыли можем приступать к покрытию ногтевой пластины. Покрывать я буду все ноготочки очень красивым красным гель-лаком. Покрываю я по 2 ноготочка и потом не забываю, конечно же, подвести их кисточкой под кутикулу. Я подвожу тоненькой кисточкой, которую выполняю прорисовку флористики. И, как правило, по гелевой системе я практически всегда работаю натуральным колонком. После полной просушки безымянный и средний пальчик я покрываю очень крутым вельветовым покрытием. Это покрытие не имеет липкого слоя и в процессе носибельности практически не грязнится. Ну, конечно же, не без этого, если вы же понимаете, когда мы выполняем генеральную уборку или еще какие-то прибамбасы, что-нибудь да туда прилипнет. Но клинцером с этого покрытия вы всегда с легкостью уберете лишнее загрязнение. А остальные ноготочки, мизинчик, указательный и большой пальчик, я покрываю финишным покрытием без липкого слоя и отправляю в лампу на полную просушку. Сегодня у нас будет очень легенький экспресс-дизайник, который реально выполнить за 2 минутки. И для этого вам понадобится черная гель-краска и тоненькая моя любимая кисточка, которую я называю 7 волосочков. Набираю на кисточку небольшое количество черной гель-краски, ставлю точечку и определяю серединку нашего цветочка. Из этой точечки в серединку очень плавными движениями вывожу такие себе волны, очень мягенькие, тоненькие линии. После полной просушки в лампе, конечно же, мы должны украсить наши цветочки. И сегодня я буду использовать моделирующий гель и погружать туда, конечно же, стразики.
В итоге вы получите безумную красотищу. А если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, на мой профиль в Instagram, конечно же, поставить лайк и оставить свой комментарий.